Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, с художниками Джакомо Балла. Итальянский художник, один из основоположников итальянского футуризма. Родился 18 июля 1871 года, а умер в 1958 году. Художественное образование получил в вечерней школе рисунка. Параллельно работал в литографской мастерской. В 1891 году Джакомо занимался в Туринской академии Альбертино, а затем практиковался в фотомастерской. Данные я беру из переводной Википедии. Балла – представитель первой волны футуристического искусства, на чьем творчестве учились Боччони и Северини. В его раннем периоде сильное влияние импрессионизма, заметен интерес к теории цвета и увлечение пуантилизмом. Стиль живописи Балла кардинально меняется, когда художник присоединяется к художественной группировке Маринетти, основателя футуризма. Он выступает со-редактором манифеста художников-футуристов. Прославляя динамику современного мира, Балла пытается изобразительными средствами передать основополагающие категории футуризма – движение, скорость. Постепенно его композиции все более тяготеют к абстракции. Художник – активный пропагандист футуризма, переносит его принципы на другие виды искусства – скульптуру, прикладное искусство, театральный дизайн, костюм – все больше тяготеет к геометрическим формам. Балла перемежает в творчестве абстрактные и фигуративные композиции. В 1930-е годы художник совсем отходит от футуризма, возвращаясь к традиционной манере выражения. В 1900 году художник уезжает в Париж, где знакомится с такими направлениями живописи, как импрессионизм и пуантилизм. Со своими данными на полотнах, разорванным движением, в кавычках, и подвижным светом, явился одним из предтеч абстракционизма. Как убежденный приверженец спиритизма, он строит свою живопись как метафизические полотна, рассчитывая передать красками некое душевное состояние или мимолетное воздействие чувственности без внешней связи с конкретным изображением. Вот так заумно написано в Википедии переводной. В 1921 году в Риме в здании виллы Хюфер открылось кабаре «Балтик-так». Балла выполнил в цвете росписи интерьера кабаре на площади около 80 квадратных метров, сделал эскизы мебели. В 1929 году Балла подписывается под манифестом аэроживописи. Умер 1 марта 1958 года в Риме. Вот все то, что мне удалось найти в интернете о итальянском художнике, основоположнике итальянского футуризма Джакомо Балла. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего, смотрим работу.